центральном районе вспомнили жертв дорожно-транспортных происшествий. Ученики гимназии при Русском музее совместно с сотрудниками ГИБДД провели акцию памяти. Символом погибших в этом году стали белые ангелы, которых ребята сделали сами. Они прикрепили их к воздушным шарам. Всего 13 бумажных фигурок. Именно столько детей погибло в этом году в дорожно-транспортных происшествиях в Петербурге и Ленинградской области. За 10 месяцев 2016 года на территории Санкт-Петербурга погибло на дороге 3 ребенка. На территории Ленинградской области погибло 10 детей. На территории Центрального района, к счастью, все дети живы. Но пострадало 34 ребенка в 33 дорожно-транспортных происшествиях. По словам сотрудников ГИБДД, в авариях в равной степени страдают как водители, их пассажиры, так и пешеходы. Причем зачастую в трагедии виноваты последние. Люди переходят дорогу на красный свет или в неположенном месте, неожиданно выбегают на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. В ежегодной акции памяти традиционно принимают участие ученики всех школ Центрального района. Ровно в 12 часов, 3 воскресенье ноября, они читают стихи, говорят о правилах дорожного движения и культуре поведения на дороге.